Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Avignon от производителя Новодворский. Эта коллекция приподолочных светильников. Предлагаются они в двух цветах. Есть он такой светлый, а есть еще и темный с коричневым основанием и серыми абажурами. Предлагаются здесь модели на одну лампу, на три вот такие и на четыре лампы квадратной формы. Лицевая часть основания, вот это, она будет из дерева светло-бежевого цвета, абажуры из ткани, цвет белый, ткань будет структурная, похожа на мешковину. Лампочки здесь поворотные, поэтому можно будет их направлять в разные стороны. Таким образом. Патроны здесь Е27 из термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочек в комплекте нет, они приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 8 Вт, которые выдают около 60 Вт каждая. Можем ее включить. Через абажур проходит немного света. Основная его часть будет направлена именно вниз. Поворачивая лампочки, мы тем самым направляем поток света туда, куда необходимо. Такая люстра может использоваться в качестве дополнительного освещения, также в качестве основного. Осветить она может комнату площадью до 10 квадратных метров. Отступает от потолка, она всего лишь на 28 сантиметров. Крепится с помощью монтажного основания, вот этого, размер его 50 сантиметров на 5. И две монтажные планки. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!